даже если отсрочку дадут, многие отложат на потом, а авось меня пронесет, мой ребенок вырос и не купит. В большинстве это делается не для того, чтобы не для дорожной полиции, не для дорожно-патрульной полиции. Это делается для безопасности собственного ребенка. Среди сотрудников дорожно-патрульной полиции проводились до введения, уже это было известно, что будет вводиться, прорабатывался вопрос и проводились занятия по всем нововведениям. Почти 37 там изменений внесены. Это по велосипедистам, что запрещено им перевозка. Раньше было до 7 разрешено. Это по всем этим нововведением с личным составом управляет административным не только с теми, кто на линии стоит и работает, и с участковыми, с по линии ДН, потому что проводят занятия они в школах, разъясняют, разъяснительную работу проводят с родителями, в садиках. Со всеми до Нового года, до введения были проведены занятия с принятием зачетов.